Я занимаюсь распорядителем праздничных торжеств. А вы были до этого в браке? Да, 4 месяца. Уже нравится? Мама не хотела этого брака, и поэтому... Ах, мы вместе жили. Мы вместе жили, да. Мне очень интересно, как он будет на ощупь. Значит, зубы стройные, цвет волос не важен. Выбираем жениха по зубам. Все-таки высокий. Да. Спортивный. Ой, хватит, без больше не запомню. Вредных привычек. Меня мама убьет, если я замуж выйду. У нас в семье не пьют, не курят. Так, все, уходим отсюда. Это все не для нас. Пока. Уходим отсюда. Иди туда! Новое шоу знакомств. Ты нам подходишь с 24 февраля на домашнем.